Здравствуйте, дорогие друзья! Смотрите, кто у меня цветет. Это пеларгония ЮВ Феникс. Полузанартиковый гибрид. Апельсинчик. Жизнерадостный апельсинчик. Сейчас вот на солнце он становится все ярче и ярче, все рыжее и рыжее. Куст компактный, горшок 1,5 литра, растению 1 год. Ну вот листья уже, видите, начинают желтеть, устает от цветения. Он у меня непрерывно цветет уже 4-й месяц. У него довольно-таки, ну, такие крепкие цветоносы. Они не заваливаются в моем случае, а держатся вот так вот. Даже в этом году задрано вверх. Посмотрите, вот я его опылила, у меня тут завязались семена. И мне кажется, это не единственный клювик здесь. Есть еще один вот подрастает. Может быть, и еще что-то опылится. На удивление, он опыляется. Я в прошлом году его вообще даже не пыталась опылять. А вот в этом году попробовала. И у меня получилось. Посмотрим, что вырастет. Вот такой вот красавчик. Ну, наверное, должны быть в коллекции вот такие вот рыжуны. Я люблю такие жизнерадостные цвета. Апельсиновые, рыжие, да еще и с градиентом. Красавчик.